Раз, два, короткие. Вижу вас, идет бросок. Добрый день, с вами Денис Караваев. У нас сегодня вратарская тренировка. Сейчас узнаем, как она проходит. Александр Казубенко, что скажешь по тренировке сегодня? Все здорово, работаем на перспективу. Энхейл отдыхает. Владислав, как тебе тренировка сегодня? Супер, 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 супер. Давай, давай, работай. Ну, упражнения разные. Игра в ближнем пятаке, игра дальнего пятака, закрывание вратаря, подставление. То есть сегодня все отработали. Катание, игра на щитках. То есть за час мы взяли тренировочный процесс объемом. Парни здорово справились, молодцы. Подготовка к играм. Мы непосредственно разбираем игровые моменты, игровые ситуации, которые моделируем, скажем так, для будущих игр. Вот. Как будут играть корейцам, мы по одному готовились, к японцам немного по-другому, потому что он же чуть по-другому играет на пятаке. Вот, то есть отрабатываем, готовимся к сопернику. Поделали катание, поработали. Над бросками поработали, в конце поиграли немножко, свое вратарское, интересное. Я думаю, да, конечно. Сейчас Андрей Станиславович Стельмах еще скажет свое мнение. Отличные, положительные эмоции. Только с хорошим настроением из дворца уходим.